давай проси там. Я так смотрю, такая туп. Зачем нам прорываться Потому через что это все? водолазам там больше нигде толком не пройти. Везде в городе войну вести с этими СДРами, это бред собачий. Ты... Короче, вы вот проплываете, как я говорю, под около пирса. Там можно проплыть, если прям в притирку к с дном. Под пирсом, под лодками проплываете, доплываете до метки смог, закидываете все дымами. Кто-нибудь контролит вот этот дом с восклицательным знаком. Поднимаетесь по западному краю, быстро перебегаете до метки ран. И потом опять ныряете вниз, и все, вас опять никто не убьет. Вот так самое трудное у вас место, это вот этот вот между смог и ран прибежать, потому что там мелко, невозможно плыть. А на метке дайверс мы ждем всех остальных, кто с севера да, подтянется? Да, вот мы там будем бежать, как только услышите, что мы там рядом, мы вам метку поставим, выходите. Вы выйдете и вместе с нами пойдете в атаку. Вам самое главное до нее достичь, это считайте, вы уже сделали всю миссию. Понятно. Все, что вы могли. Нам нужно максимальную концентрацию сил обеспечить именно с севера. Если вы будете в другом месте, смотрите, если вы не можете, видите, что вы не можете ничего сделать, не можете пробраться. Тогда можете атаковать вот эти восклицательные знаки, вот залазить в дом, как вы можете. Но лучше с нами вместе. Понятно. Что лучше? Еще раз напоминаю, не садимся в вертолет, вообще не садимся, даже не смотрим на него. Джейсон. Да, что? А, у меня ДВ. Ну ты типа в этом, в штабном отделении. Пусть будет у тебя ДВ. Может, ты выживешь, возьмешь командование за меня. Сейчас настрою тогда. Я стал зеленым. Прием, прием, есть кто-нибудь на ДВ? Кто еще зеленый? Проверка. Смотри, у Джейсон генералиссимус, походу. Я этот, платун командор или как он? Генералиссимус-то. Кто из вас ратует? У тебя такая звезда, короче. На лбу. Да, на лбу. Проверка ДВ. Слышно, слышно. Прием, прием, отделение, прием. Прием. Никто пока не отвечает, это плохой знак. Ты метку далеко поставил, вот и не отвечает. Не видят они ее сейчас. Я хотел сказать, не подходите, блин, к долбанным вертолетам, нет, они все подошли. Ну! Да что, ты понимаешь, что у нас 50-60% стороны, это вот эти вот 4 вертолета. Ну, значит, мы в одно жало всех затащим. Какой тяжелимак. Слушай, чудеса с ППСом, а? Ну да. В смысле, что, все не лагает или что? ППС. Это сохранение, она очень низкополигональная. Может быть, это из-за тумана? Да. Прием, прием. Я посмотрел сервер, у тебя такой шлем забавный лёд. Есть кто-нибудь на ТВ? Я перешел в команду зелёных. Сервер тоже перешел. 1-1-1-2 на ДВ. 1-1-1-2. Пожалуйста, до фриза. ЛС тоже. До фриза, пожалуйста, не садитесь в вертолёт. Мы знаем, да. А кто у нас не загрузился? Кто-то один. Кстати, мы похоже это, воздушная кавалерия, у нас конь на левом плече. Так точно. Впереди зеленую. Проверка, да. Как вы переходите? Через ГМ-меню. Там
Team Management, M. Ау. Смотри через настройки. Control, правый Windows. Помолчу. Ну вообще, у меня левый. Фу, левый, да. На правом медицине. Шлемак понтовый. А какой у меня шлемак понтовый? О чем? Лётный у тебя. Можешь мне передать? Я тебе его продемонстрирую. Это мой шлемак. Все. Он, кстати, специально, видимо, для Хайса сделан. Потому что такого ванили нет. Да, у меня крутой шлемак. Это специально, чтобы приземляться лучше. Лавы вперед, да. Я останусь живых, а вы все погибнете. Ха-ха-ха. Надеюсь. Только вы занимаете места этих стрелков. Отойди от вертолета, он взорвется. Ложись, парень. Почему-то фритрек бисы сломали. Все, пошли. Так, садимся. Пока не заводи движок, не заводи, сейчас взорвемся нахрен. Да нормально, это ванильный мир. Садитесь. Все сели? Так, так вроде все. Так, ну взлететь мы уже взлетели, похоже. Ровно на север сервер летит. Левее. Да-да, Цербер, левее, не надо к берегу, а то там еще нас... А не, это не ванильный верх. Блин, ветер свистит, так кошмар. Все очки в трясли, как бы. ULT, проблема с вертолетом. Нам нужна вторая вертушка. Второй чинук, можете его вызвать нам? Так, они прилетят за вами, когда выгрузят свой отряд. Прием. ФРЛ, вы уже взлетели? Так точно, взлетели. Значит, как, когда выгрузитесь, вернетесь обратно за другим отрядом. Принято, что. Ожидайте пока, либо знаете что, можете на этих, на шлюпках отправиться. На севере есть шлюпки. В принципе, тут будет 4 километра, может быть 5. Подтвердите нам до взлетки до Северной на Южном острове, правильно? Туда плывем? Да. Можете на шлюпках принял, подождать. Да, выдвигаемся на лодках, не нужна вертушка, будем от Ергарда. Хорошо. Так, ФРВ, тогда они сами доплывут. Штаб, повторите, возвращение вертушки отменяется, я правильно понял? Да, отменяется, они доплывут на шлюпках. Штаб, будьте добры, примерное место на лодке. Поставил. Принял, платил. А тут стерео не настраивается на маленькой трассе? Видимость нулевая, похоже.
себе оставьте приблизительно, чтобы я вашу скорость движения знал. Принято. Оставьте километр. Внимание, чинук. Внимание, чинук. Аккуратно справа от вас идет вверх, как приняли. Посадка по максимуму. Будем. Чинук, внимание, Black Hawk заходит первым на посадку, как приняли. Приняли. Все, выключай двигатель. Это было жестко. Нормально, главное, все живы. Так, все быстренько бежим по азимуту на 140 отсюда. Если кто может, мне лучше не шуметь, ладно. Так, на 125 город, туда бежим. Так, внимание, штаб приземлился, вроде все нормально у нас. Такие кривые тени. Штаб 1-3, Black Hawk заходит на посадку, 500 метров. Принято, давайте. Так, вертушка фаервеллов, которая будет потом улетать последней, я надеюсь. Пожалуйста, уничтожьте все вертолеты, которые стоят у нас. Боевые. Вас поняли. Уничтожим. Все, собственно, будем бежать вот до той дальней горы. На самую верхотуру. А потом вниз. Обратно вниз или в другую сторону вниз? В другую сторону, конечно. Блэк-Хок на земле, выгружаем. Опустите, будет легче бежать. На ноль нажмите. Можно вообще за спину и бежать, как угорелые. Но я думаю, что этого нам не нужно. Косяк медицины нет тут дайверов. А зачем медицина дайверам? Блэк-Хок, пехота выгрузку выполнила. Можете улетать. Ворчун жалуется, что у дайверов нет медицины. Я слышу. Штаб, говорит фаервелл вертушка, разрешайте нам забрать еще один боевой вертолет, чтобы две вертушки летать. Хорошо, возьмите. Спасибо. Слагается слегка. Теряйтесь в этом городе только. Ладно, давайте по дороге бежим вот на 108. Не помните, мы когда играли в эту миссию, там туман рассеивается в конце или так же будет все? Рассеивается. По-моему, так же. Да нет. И дождя тогда не было, кстати. В прошлых воскресных был. Ладно. Так, тут мы в лес убегаем. Туда наверх. Не слышно, плохо слышно, слишком большое расстояние.
Ни черта не слышно, ставьте метки, либо пишите на карте. Напишите на карте, что вы хотите. Ты лучше напиши, они что же тебя не слышат. Наш вертофлёт летает. Совершенно беспалевно, конечно. Отделения, которые выгрузились, давайте по-быстренькому бежим на эту. По плану все. Давайте хоть горы осмотрим, что ли. Штаб, а у нас только один чинок будет садиться? Ну, у нас с каким-то чинуком проблема была ведь. А он остался на этом, на острове. Принято, а отделения, которые там были? Они плывут на лодках. Взяли резиновые лодки и плывут, метки поставили. Это не моя проблема, я уже сел. Наверное, проблема с вертолетом опять старая, что нельзя в него сесть. Так, здесь поворачиваем где-то на 160. Никто не отстал, все бегут. Так точно. Штабное отделение самое быстрое вообще. Рассеялся, вам не кажется? Да, немного рассеялись много. Это не есть хорошо, конечно. Я рассчитывал на то, что мы там будем в тумане из этой горы спускаться, и нас никто не увидит. Будем надеяться, что Ворчун там с вертолетами их так отвлекут. Надо было ложную высадку замутить. Так, замполит там замутит, хочет замутить. Ладно, не будем обсуждать план. Точно. У нас тут есть шпионы. Давайте шпиона расстреляем и будем обсуждать план. Он в неприметном каске. Так, выбили шпион. Так, ну мы почти пришли, мы сейчас заберемся и будем всех остальных ждать.
Нужно будет расставить круговую оборону, чтобы все смотрели на север. Это не круговая, а на север получится. Артем, на связи есть кто? Есть. А, говорит вертушка ФРВЛ, все отделения покинули аэропорт? Есть отделения, которые остались в аэропорту? Раз нет, мы начинаем еще ждать вертушки. Все, здесь устанавливаем да, Сиренев. Приняли. Прикольные тут такие камушки. Так, штаб уже добрался до места встречи, так что подтягиваемся все остальные. Отделение на катерах 3-1 и 3-2 на связи. Это 3-1, Ягуар, мы на связи. Ну, осталось буквально, не знаю, может, минут 5 пешком еще. Ну, давайте. Нам еще ждать товарищей на лодках. Принято, мы метку обновили, на себя должно быть видно. По зиму то где-то 182, вот там мы будем подниматься. Смотрите, там везде все. Где камни? Да. Ну, поскольку мы с вами штабное отделение, мы-то побежим последними, я думаю. Прием, Элси, на связи. Короче, придется нам наступать где-то раз, два, три, четыре. 3-1 на связи. У вас отделение соседнее не рядом с вами? 3-1, прием. Это 3-1, повторите, пожалуйста, смотрите. Отделение, которое с вами на лодках тоже плыло, 3-2, вы его не наблюдаете? Никак нет, РБН не наблюдаем. РБН, прием на связи, РБН. Один, девушка. 1-1, это ЛС, да? ЛС, высадились, не курса, она была двигательная, распорт, чтобы не успели. Высадку отметили, двигаемся регулярно вашим курсом, встретимся, типа, получить. Так, хорошо, тогда вы двигаетесь отдельно уже от нас. Принял, нижняя стена. Блин, целое отделение потерять нехорошо. РБН, прием, РБН на связи. Ретранслирую, РБН, выйдите на связь, прием. РБН, слышите? Короче, одно отделение высадилось фиг знает где, а другое, видимо, вообще не отвечает. Вот возле нас какое-то отделение. Это, скорее всего, Атимы подбежали. На расстрел, походу. Сейчас Атимы и Ягуары должны подбежать, а сзади них еще ФРВЛ. Атимы? Ну, судя по меткам, должны быть они. Это тупонос, наверное, всех строит опять.
есть хороший дальномер? О, Луис, слушай, Луис, ты, короче, идешь на разведку. Тебе надо забраться на 180 и аккуратно все просмотреть на юг. Так, чтобы не быть замеченным, представь себе. Так, значит, ожидаем оставшееся отделение 1331. Это же 3-1, Ягуар, мы в Каринто, неподалеку. Ну все, догоняйте и собираемся. Будем атаковать четырьмя отделениями, фактически тремя. Принято. Штаб, если нужно, вертушка Фарвал готова перебросить ЛС. Так, я бы предпочел, чтобы вы их перебросили, на самом деле, потому что нам весь план дает. Так, тогда все будем ждать, пока пролетят. ЛС, меточку на тебя и дым. Поля, вообще нормально. Штаб, я понимаю, это, конечно, не мое дело, но может вертушка заодно глянет, где там РБМ, ну, 3-2. Пусть займутся этим потом. Если у них не отвечает никто на ДВ, то это их там можно искать. Они, скорее всего, там плывут, наверное, вплавь. Либо высадились где-то далеко-далеко на западе. Если. Да-да, если. ФРВЛ, не знаю. Мы ровно. Отлично, ожидайте пока. Угу. Летим. А что у нас за метка высадка ЛС? Как-то это вообще не там. Я тебя, да, на прошлом съемке. Да. Блин, извини, короче, там наводка была, там противник, короче, я уже стрелял. Да ладно, сюда. Один лестник. Ну, извини, в общем. Фарвел, красная метка в страхе. Ты понял, да? Не так, вертушка, тогда высадишь ЛС-шников прямо вот на наших красных метках где-нибудь севернее, там метров 100, чтобы не жрать их. А, Луис, на позиции. Все, тихонько там наблюдай на север пока. На юг. На юг. В общем, наберитесь терпения, сейчас дождемся ЛС и начнем атаку. Ну, в общем, порядок атаки будет такой. Первые пойдут Атимы, за ними Ягуары, потом Фаервеллы. Дымите. Потом ЛС. Дымите. Штабное отделение последнее пойдет. Штаб, Фаервелл, точки сбора. Подожди, Джейсон, ты командир стороны, что ли? Ну, вообще-то да. А, ясно. Я ж тебе говорил, что ты командира страны повезешь. Ты что думаешь, я шутил? Да. Прайд, дымов не видим. Наши дайверы там уже готовы. Что? Дальше чем на километр не вижу. Отлично, там оставайся и жди. Смотри вдоль гребня тогда. Если никого нет, там оставайся и жди нас. Понял, что с ним без заяц? Чёртов ты заяц. Как видите? Фаервелл, у вас в вертолёте эти копилки. Парашюты остались. Стрелы. Прям в подвале. У нас их и не было, они в ящиках были. Садимся.
Принято. Вижу противник. Метки ставь. Далеко, близко. На 200 далеко, в километре, там на каждой, на вершинах есть такие постройки, они каждые, наверное, 500 метров. Нет, давайте, на одной из них. Вдоль этого какие-то. Хребта. Хребта? Да. Там, скорее всего. Так, вертушка, важная информация. Вдоль хребта, вот на тот, который мы собираемся штурмовать, есть наблюдатели, возможно, у них есть ПЗРК, поэтому... КС, говоришь, в коробку. Файвелл, как взлетите, доложите. Сейчас ждем команды. Знаешь что, Луис, осмотри вот каньон, как, по которому мы должны идти. Это азимут приблизительно на 210 вот от тебя. Вот как раз, если по нему идти, от меня в километре находится постройка каменная. Ну, и на ней один пех. Ну это километр, это далеко. Мы когда спустимся вниз, он нас фиг увидит. Если даже увидит, то... Ты метку-то на него поставь все-таки. Он смотрит на мою сторону. Ну слушай, Луис, смотри, у тебя есть дальномер, он и один показывает расстояние. И карта, наверное, у тебя тоже есть. Есть. 203. Ру, это 1,5 километра от меня. Да это черти где ты видишь? Ты видишь, что не до берега получается. Порвал, там, ребят, давайте нас перебрасывать. Так, все, ждем здесь, ждем здесь, ждем. Перебрасывайте нас. Второй РБ. РБ, на связь вышли. Вы где сейчас находитесь? Командир убит, ДВ не можем найти. Сейчас плоско говорю. На метке высадки сидим. Все, выходите и двигайтесь быстрее на запад по этим. У вас GPS у кого-нибудь есть? Да, зайдем как-нибудь. Доходите, давайте, ждем вас. Говорит, порывал, госхорк, забрали часть ЧЛС, везем их. За второй частью вернемся позже, все не помещаются вертолеты за базы. Хорошо, я думаю, что мы с этой части ЛС уже пойдем, потому что время уже 40 минут. Летем на ваше красное сборище. Я метку поставил примерно. Это что, это так близко, что ли? Я же сказал, 1,5 километра. У него трубы нету никакой. Нет, по-моему, сейчас попробую посмотреть, но он смотрел в мою сторону. Штаб, пометьте им там удобное место для посадки ровное, пожалуйста. Так, цель потерял. Он сместился. А, ребята, пометьте удобное место дымами для посадки вертолета где-нибудь. Кто из отрядов на точке сбора дымами пометьте, пожалуйста, ровную площадку для вертолета, чтобы им легче было. Пометил белыми дымами площадку. Это для вертолета? Да. Да. Оставшуюся усилку забирать? Да, забирайте. Куда их потом высаживать? Туда же, наверное. Слушай, 200 метров, ты его снять, наверное, можешь. А, нет, это не 200 метров. Штаб, это Альфа 3-3. Мне присоединяться к 4-2. А то не говорите, что я там был. Повтори еще раз. Альфа 3-3, лодка, я один, Иисус, не, короче говоря. Мне присоединяться к 4-3. 4-3, это же дайвер. Ну вообще-то я один дайвер. Да, присоединяйтесь, конечно. Все, принял. Так, внимание, сейчас вертушка приземлится, выследится отряд,
после этого сразу начинаем атаку. Порядок атаки, значит, первые Акимы, потом Ягуары, следующие Фаервеллы. Потом пойдет штабное отделение, ЛС, которые сейчас приземляются, они дождутся остатков РБНов и тоже за нами пойдут. А, приняли, а где остатки РБНов? Места не вижу. У них нету ДВшки, нету командира убили, они идут к нам как-то там, добираются. Принято. Если не дождетесь, значит за нами пойдет просто. А, принял, тогда мы в любом случае дожидаемся остатков своих и за вами взять. Да, хорошо, принято. Джейсон, Горы, Акимы, Фаервеллы, все, побежали в атаку по Джейсон. Все, ребят, Фаервелл, спасибо, давайте ждем тогда остальных вас. Это снайпер. Остальных вот здесь, мы находимся точно в игре. Но они не поставят, нифига. 3600 километров от меня. 3600 метров. Сейчас. Лучше, что ты не можешь поставить метку, уже 5 минут не можешь метку поставить. Да я тут, он исчез, я его пытался найти сейчас. Все, побежали за этими отрядами, все остальные. Наше отделение тоже. Мы в конце будем идти. Сейчас они поднимутся примерно вот на склончик чуть-чуть, и мы за ними побежим. Луис, смотри, сейчас там возле тебя куча отрядов будет пробегать, не убивай всех. Луис, поставь метку на снайпера. Да и у него там снайпер, гранатометчик, а наблюдатель свой. Понимаешь, дело в чем то, что я его вижу немножко не так, как на карте. Я на карте не понимаю, где он находится. Я его примерно поставил. 1600 метров от меня на 200. Вот считайте, вроде там. Ну и нормально. Хрен знает где это, далеко и не опасно. Отличный наблюдатель. Все, побежали дальше за этими, за своими. Не осталось. Когда мы будем мимо пробегать тебя, мы тебя захватим. Принял. Наблюдаю пока. Так, а чё я самый первый бегу? Давайте вы теперь вперед. У вас же пес же есть, наверное, у кого-то хоть. Нет. Ну бегите вот за этой аравой толпой. Слишком долго мы ждали все-таки. Но у нас 90 минут, в принципе, мы должны что-то успеть, я думаю. Там еще 1.5 километра перейти. Да что там? Мы сюда пробежали километр за сколько? Ну за минут за 15. Туда за минут за 20. Там враги еще будут, понимаешь? Ну подумаешь, 20 минут боя и все, и мы выиграем. Или все умрем. Там сейчас, пока мы добежим, там уже Ворчун всех победит, он же этот. Он же командует дайверским звеном. Так, он свалил оттуда. Мы должны идти за фаервеллом. Смотрите в спину фаервеллом. Пец, Цербер, у тебя твоя каска издалека как шапка ушанка выглядит. Все четко. У них будет разрыв шаблона, такой американец с СМГ вырывается в шапке ушанки. Еще не модный шлем, там есть шлем, были шлемы для пилотов, именно самолетов у них там шлем как у Дарта Вейдера такой. Вот это вообще тематичный шлем. Луис, мы уже почти на твоей метке, сейчас будешь нас искать. Я вас видел. Снайпер вернулся. Их там двое теперь. Все, давай, присоединяйся к нам, побежали. Вертушка Фаервелл на связи. На связи. Мы только одного человека можем забрать из трех. Остальные не могут сесть. Забейте тогда на этом. Мне сейчас важнее, чтобы вы подвлекали их на юге.
Повторите. Если не получается, тогда пусть они идут пешком. А вы, мне сейчас важнее, чтобы вы отвлекли их где-то на юге. Принято. Отставшие ЛСИшники пусть идут и привлекают к себе внимание. Пусть стреляют там. Нет, не на связи. ЛСИ, ты что, ты прошли? Сейчас по карте передам. Джейсон, ЛС прошли около меня. Это одна часть отряда ЛС. Они все в вертушку не влезли. Они их по частям сюда переправили. Тогда где вы в таком случае? Я на своей точке. Боже мой, мы же если как присоединяться, мы по каньону бежим. Ну по карте посмотри. По зеленым меточкам. Там смотри, не спутай только каньон, потому что, похоже, ты смотрел, знаешь, куда, не туда немножко. Не в тот каньон. Я смотрел в южный каньон. Ну вот спускайся тогда в него и побежали. Там уже все наши бегут. Принял. Штаб, 1-1 ждать РБН или выдвигаться дальше за войсками? Я думаю, можете уже выдвигаться. РБН на связи. РБН без связи, они лодку бросили, у них ДВ там было. Поэтому... Так, штаб, я правильно понял, мы двоих бросаем у лучников, они идут сами, и мы летим на юг как-то отвлекать. Да, правильно. Если кто-то влазит, все-таки можете их с собой взять на парашюте сбросить. Только одного человека можно взять с собой и без парашюта. Ну, говорю, пусть они тогда будут отвлекающим отрядом, пусть идут и стреляют с запада, привлекают внимание. Все, принято. Так, отрядом, которые по каньону двигаются, я напоминаю, что надо по западному склону двигаться, к нему прижимаясь, чтобы нас не было видно с базы. Луис, ты нас нашел? Бегу. Поверху или по низу идете? Мы уже в каньоне бежим. Какому? Поверху нельзя идти, нас заметят. Только по низу. Все, спокойно, я по низу бегу. А у нас Коу, получается, не смог зайти, он лезет там был. Нет, три. В 100 метрах. Да, наверное, не смог. Я его не вижу. Хану есть. Цербер, мы давай держаться западного склона каньона. Ну. Потому что дальше потом нам только по западному склону надо будет бежать, иначе нас с базы будет видно. Ай, был в камнях туда. Я на FF-62. Так, проверьте, пожалуйста, кто-то из бойцов по верхнему гребню бежит, не внизу, а вверху. Он сейчас запалит всю атаку. Альфа 1, 3,
достигли своей метки. Продолжаем движение. Так, Альфа-1-3, Альфа-1-3. Там Джей вперед, вышли 3-1-Джей. Ну, двигайтесь пока в этой в колонии один за одним. Принято. Один три, это у нас кто? Атима, да? Фэрвелл. А, Фэрвелл, Фэрвелл, вы смотрите, чтобы вы должны в спину Джейм смотреть. Джей в спину Атима. Уже какое-то отделение догнали. Отлично, отлично. Чего здесь сидите? Не знаю, как мы пробежали, но мы отдыхаем. Продолжаем движение. Вот. Вы же самый первый, как бы, начало колонны. Да я слышал, как они все дернули, и неважно, как они спокойствовали. Так, у нас нарушился строй, а Тимы должны первые бежать, они отстали немного. Так что теперь у нас как? Получается Джей, за ними фаервеллы, а Тимы третьими. Джей, в общем, вы теперь впереди бежите. Принято, выдвигаемся. А то мы остановились подождать. О, тут хорошо, тут еще туманчик, он нам загораживает вид обороняющихся. Штаб метки 3-1 G по азимуту 1-4-5 на радиовышке. Наблюдаем вражеского наблюдателя. Двигайтесь пока, пусть он нас заметит еще сначала. Если у вас есть какая-то 100% уверенность его убить, то действуйте. Их там было двое. Интересно, кто-нибудь из удала-то вообще дошел? Не выходит на связь? Да они меткой должны отметить были. Видимо, не дошли. А Кормакулум? Сейчас будут мне говорить, что у меня план ужасен, как никогда. И так еще над... еще... и над ними еще так никто не издевался. Зато все, как он любит, бегаешь, стреляешь. Знай справа, кто там лежит по колму вон. Запроси, чё он так... Льюис, это не ты справа по холму бежишь? Отстань от меня, я среди вас. Кто-то лежит упорно по гребню. Непонятно, зачем он это делает, он палит всю нашу атаку. Проверьте, из чего отделение бежит боец по гребню. У нас с западной стороны прям совсем. Фэрвелл наблюдает бойца, это не наш боец. Не наш, в смысле не ваш. В смысле нашей стороны, но не ваш. Так точно. Может быть, чувак вылетел, когда это бежал. И у него бот бежит так по направлению. Кто он бежит? Представляешь, такой заходит в игру, на берегу стоит такой и плывет. Я так один раз утонул, кстати. Миномет! Ребята, мы уже в каких-то 200-300 метров от базы. Осталось, это уже хорошо, что нас не заметили раньше. Осталось совсем чуть-чуть. Какая вещь. Джей, обновите свои метки все. Обновите, пожалуйста, все свои метки. Браво 1-1 на связи. Так точно. А, браво, не, отставить, альфа 1-1 на связи. А, это кто-то из вас спрашивает про Ворчуна, что?
наверное, они, у них не получилось пройти, что-то случилось. Парни, которые не смогли. Джей, остановитесь пока, ожидайте всех остальных. Сейчас уже штурм начнем с вашей позиции примерно. Остановитесь. Штаб, ответьте 1-1. Это штаб, двигается боец, подтверждаю, без оружия, бегом по западному склону, прям по горе. Не боец, не наш. Наш боец глубоко на западе лежит. Ну ладно, разбежит, ну так пусть бежит. Без оружия-то вот, наверное. Принято. Кто-то вылетел, наверное, и бежит у него бот. Джей, остановитесь пока, дождитесь всех остальных. Да, отряды следующие, давайте, продвигайтесь за Джей быстрее. Да-да, мы ждем, ждем. Все, побежали быстрее. В общем, как только собирается Аким, ФРВЛ и Джей, как только вы друг друга видите, все, можете начинать штурм. Оружие подняли, все, двигаемся с поднятым. В ДВшку сказал, в ДВшку. Это Ягуар. Значит, мы наблюдаем по этому оврагу, где мы находимся, в нашу сторону с базы выделенного человеческого пехота. Все, можете там уже вести огонь, как хотите. Но подождите, пока по вам не начали стрелять. Осторожно, там могут быть где-то наши водолазы, возможно. Не поубивайте их. Принято. Вертушка ФРВЛов на связи, вы живые там еще? Вертушка ФРВЛов не на связи. ФРВЛы на точке G. Штаб, разрешаете свободный огонь? Ну да, разрешаю. Акима, вы подошли к ФРВЛам, Джей? Подавайте вертушку. Все, начинайте атаку. Вертушка на связи. Штаб, 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 в тылу противник на западе. 200 от Л-7, 200 метров на 200 азимут. Ну, открывайте огонь, убивайте. Принято, принято, имейте в виду противник в тылу. Мы не можем это гайки ни на кем. В тылу противник. 290, вражеский оффроуд. Так, все, не задерживаемся, быстрее в каньон, все забежали и атакуем. Не надо здесь бой навязывать им. Одного пулеметчика оставьте, все остальные побежали в каньон. Быстренько, быстренько. Одного пулеметчика оставьте. Штаб, 1-1 не может пройти дальше в каньон, потому что каньон в спину работает. Мы попытаемся обойти с севера. Все, пошла жара, давайте все атакуем. Получится так получится, не получится, не получится. Отделение мы слишком высоко забрали, надо где-то по внизу около воды кидать, там более безопасно. Расстреливают уже. Все, можешь лежать, подавлять их.
главное на карту поставить метку им. Один сбоку зашел, всем нам, а не двое, трое. Там, где наряд один, где будет.